И в гостях у мамы Лены, и у кого-то обед. Уже такой обед, ближе к ужину. Малышарики наблюдают за соседями. Рокки красиво лежит. Смотрите, какой красавец. А девушка его пруги наяривает. Кто-то кушает сладко так. Такие уже большие. Чуть-чуть сбоку попробую пройти. Опа, меня спалили. Вот это были звуки. Ветерок тучку нагнал. Смотрите, как вкусно. Такой смотрит, мам. Лейла приглашает детей к обеду. Ты такая гибкая, Лейла.
мочалка рыжая. Все, мама решила, что вы наелись. Ух ты, злюка какая. Ты такая злюка. Присяду. Опа. Ух. Злюка, злюка. Да не так уже и страшно, когда присела, да? Не так уже и страшно. Не знаешь, кого снимать. Привет, девочка. Привет, хорошая. Да, обнюхала, все нормально, да? Ай, ты ж славная. Привет, привет. Привет, девчуля. Мамочка, ты такая хорошая. Ты такая славная мама. На ужин детей, на обед зовешь. Иди сюда умываться. Беляшек то ли голоднее, то ли смелее. Ой ты ж кошка, кошка. Пошла ко второму беляшку. Всех помыть надо. А тут кто валяшкается? Кто такой валяшкается, беленький плюшек? И маленькая злючка. Thank you.
Игрунки маленькие. Перейдем. Так, пока я шла, я кого-то потеряла. И где он? Куда делся Рыжулька? За мамой. Как в замедленных съемках. Все, мама домой. И дети такие гуськом, гуськом. За мамой, за мамой. Ой, все.